Всем привет и добро пожаловать на футбол. Продолжается программа 22-го МЛБ первой лиги. И на очереди новороссийский матч между Черноморцем и СКА Хабаровском нам предстоит посмотреть. Пользуясь случаем, поздравляю прекрасную половину человечества с международным женским днем, уже прошедшим. Но, тем не менее, желаем нашим дамам улыбок, веселья и хорошего настроения не только 8 марта, но и, конечно, у Арсенала также Даниил Гурченко и Антон Антонов присели на скамейку запасных. Это любопытно. Пока, ох, ничего себе, Имамов, что вытворяет. И, конечно, надо наказывать Будагян. Давайте еще раз смотреть. Вот здесь Уриди бьет и... цифрами может похвастаться. Сильный аут. Отбивается Хабаровский СКА, но недалеко, и гол забивает Черноморец. И кто это, друзья? Никита Мельников. Никаких шансов не было. И еще раз вот с этого ракурса. И вместе с ними Юрий Будагян. И здесь прошла передача. А вот сейчас момент. Родионов один замах, другой, и пропала острота в этом эпизоде. И здесь подбор! 2-0, друзья. И вот здесь Симонян выбивает мяч. Не очень удачно. Удар. С этой камеры посмотрим. Ну, точнейший удар. И снова какие вопросы к Исламу Имамову. В этом сезоне 4 забитых мяча и еще 3 голевые передачи. В этом смысле он абсолютно лучший в составе своей команды. Проникающая передача. Фомин. И надо забивать третий. Так оно и происходит. 3-0. Вот такой дебют. Мераби Уриди забивает. Ну и вроде бы ничего сложного. Гараев, Фомин. Вот здесь все пробежали. И Уриди абсолютно, абсолютно один. Фомин, голевая передача. Гол плюс пас у него сегодня. Под перекладину вообще никаких шансов. Имамов пытался что-либо сделать, но слишком классно все исполнил Мераби. Ну так, скажем, начудил свою собственную штрафную площадь и подарил мяч сопернику. Коновалов, его удар. Вратарь Черноморца. Все прекрасно он видел. И здесь проходит передача. Удар будет, да. Никифоров ему подыгрывал в этом эпизоде. Ну, это финальный свисток, друзья. Финальный свисток Анатолия Жабченко. Победа Черноморца со счетом 3-0 в рамках 22-го тура МЛБ первой лиги. Повержен Хабаровский СКА.